Это уже пятый по счету фестиваль красок. Он посвященный концу учебного года и началу лета. Организаторы пообещали, что этот праздник будет намного ярче и фееричнее, чем предыдущие фестивали. В этот раз на фестиваль красок пришло несколько сотен человек. Среди них и Виктория. Говорит, здесь можно зарядиться позитивной энергией, которая хватит на весь год. Это очень весело, и мне очень нравится. И здесь просто вот хочешь, ну, даже если ты краски не покупала, просто вот пройтись, и уже ты вся в краске, то есть все очень кидаются, все энергичные и дружелюбные. Главная цель фестиваля – обсыпать друг друга разноцветными красками. Они сделаны из трав и натуральных красителей. Суть в том, чтобы сделать здоровое, интересное мероприятие для молодежи. Дети хотят тусить, но если они пойдут тусить в ночные клубы, они попробуют наркотики, алкоголь. Здесь это все проходит днем, здесь не продается алкоголь. И ну, они движуют, они тусуются, но это абсолютно как бы безопасно для их жизни и здоровья. Программа фестиваля в этом году насыщенная. Для всех присутствующих выступали запорожские вокалисты, удивляли своим мастерством диджеи. Сегодня у нас все построено на самом деле на танцах. У нас 3 дэнс-марафона, несколько вокалистов, падающие с неба шары. Главная изюминка праздника стал флешмоб. Сотни запорожцев одновременно подбросили в небо разноцветные краски. Возможно, это уже последний фестиваль красок, говорят организаторы. В следующем году обещают удивить новым праздником, не похожим на все предыдущие. Евгения Ли, Дмитрий Сахно, ТВ5.